Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Full Metal Fury. Отключить алмазную стену воздуха, да, значит? А как мы ее отключим-то? Нет пути назад, задание у нас такое, хорошо, будем его выполнять. И что же здесь? Ну, пока тихо, как мы видим, поэтому, может быть, не так все страшно. Хотя название такое, да, нет пути назад. Ну чё, никого не будет, что ли? Ладно, будем... А, нет, смотрите-ка, явился, не запылился. Так, поменял на себе защиту, ауру. Да хорош, хорош. Тихо, ребята, еще и псы здесь. Ну ладно, будем разбираться со всеми. Так, тихо. Вот так вот, получите. А теперь... Ай, все разбежались. Так, один готов. Хорошо, отлично. Давайте вот этого теперь. Так, поменял ауру, гаденыш. Псы, вы задолбали здесь просто-напросто уже. Корень. Так, еще один готов. Ну, идите сюда, лохматые. Ха, получил. Давай второго, ребята, заколбасим. Так, один встанет. Хорошо, замечательно. Вот этого тогда сейчас мы... Ну, да что ж такое? Готов. Ну, иди сюда, лошпен. Будем тебя сейчас уничтожать. Хорош прыгать тут уже, юлить. Все, отлично. Подбили мы его. Пока все довольно легко. Так, а вот это мне не нравится. Сундучок. Ну-ка посмотрим, что в нем. А, просто деньги. Опачки. Найден магнит. Определяем местоположение. Захват цели. Есть! О, нет. Нас вызывают. Итак, дамы, нам пора немного помахать оружием. Ёлки-палки, что такое здесь? Небесный алмазный магнит, ребята, ё-моё. Знакомый кристалл. Опять сейчас он тут начнет буянить. Так, снайпера. Давайте-ка разбираться с ними, блин. Они не дадут покоя. Так, ёлки-палки. Вот этого только не хватало. Причем патроны пролетают через ограды. Это не есть хорошо. Слушайте, ну кристалл довольно легко разбирается, смотрите. Возможно... Так, тихо, не надо вот так вот чудить здесь. Блин, вот вонючий снайпер подбил меня. Трис, лежи там, я сейчас вернусь. Надеюсь, успею тебя воскресить. Так, давайте, ребята. Попробуем. Ай, псина прыгает. Есть, отлично, у нас получилось. Да где эти снайпера? Опять эта вертушка. Так, будем стоять в щите, ребята. Все, вроде бы. Опять стрельба? Нет, ничего подобного. Так, пиявки вы достали. Они превращаются в бомбы. В мины, точнее. Так, хорошо, давайте вот с этим разберемся, наверное. Он меня припаривает. А этот, кстати, и рад наяривать кристалл, вызывать этих врагов. Слушайте, насколько я помню, по старому опыту, ребята, нам нужно как можно быстрее разбить кристалл. Иначе он тут сейчас будет бесконечно их вызывать. На-ка. Ёлки-палки, тут и землетрясение, что только не происходит. Ну, давай, иди сюда, хламон, иди сюда, говорю. Так, аптечка нам как раз вовремя. Так, я не понял. Оу, тут еще и эти пришли, бомбардиры. Ох, ты черт бы тебя побрал. Собаки, а. Ты смотри, что... Я их не могу даже подловить, ребят. Так, давай, стой, Трис. Не погибай. Ага, аптечка, хорошо. Так, тут еще и снайпер где-то ныкается, а? Так, ребята, наверное, надо делать прыжок. Вот так вот. Пускай все валяются пока. Тут осталось-то у этого кристалла совсем чуть-чуть хп. Мы можем, в принципе, успеть. Так, еще и маг появился. Со своей тишиной. Ёхлым. Так, Трис, давай вставай в щит. А как он пробил меня? Я не понял, снайпер, ты что там, припух, что ли? Ты
Меня не мог пробить через мой щит. А, видимо, может быть, тишину на нас положили. Так, тихонько. Там немножко осталось совсем. Буквально подловить момент и добить этот кристалл уже к ядре Нифени. Но здесь нужно Алекс нам обязательно, потому что у нее синяя защита. Нет, нифига не получилось пробить. Воу-воу-воу-воу-воу. Да что ж такое, что ж тут происходит-то? Так, если мы его подобьем, ребята, у нас, по идее, будет какой-то новый открыт проход. А, не могу подобрать. Давайте кристалл бомбить, нафиг. Не успели чуть-чуть. Ну все, если сейчас у меня трис упадет, ребята, это будет жесть. Придется опять все заново, блин, проходить. Не хотелось бы... Ну-ка! Так. Алекс, давай быстрее копи жизни, ё-моё! Ай! Мне буквально подойти бы к ней и на разочек бы просто нажать, и она бы воскресла. Вот, 99%. Можно успеть. Ай, блин! Не дают просто ничего сделать. Встает, все, молодец. Ну, давай. Отлично. Алекс, ты молодчага у меня. Умница, сработано на 100% хорошо. Поганый этот кристалл. Я надеюсь, это последний был кристалл, который вообще будет в игре. И вот у нас заветный сундучок. Дайте мне хотя бы рецепт на трис. Итак, на кого же? Молот Мьёльнир. На изыске нет сил, если враг окружил. На Алекс это снаряжение, молот, новый причем. Есть, мы разбили эту алмазную штуку. Разбили, и вряд ли это совпадение. Наверное, мы приближаемся к Лелантосу. Нутром чую, брюшком моим. Пойдемте обратно в лагерь, думаю, нас еще ждет сегодня звонок от Лелантоса. Нытье в эфире. Скорее всего, так оно и будет. Но, по крайней мере, мы миссию с вами эту прошли, замечательно. Так, что нас ожидает впереди? Сейчас у нас будет много часов нытья спустя. Угу. И вы бродите туда-сюда и портите то, что вам не принадлежит. И вам плевать, нужны эти вещи кому-то или нет. Это была моя алмазная стена, моя. Да нам чхать. И если ты не хотел, чтобы мы ее разбили, может, не надо было тогда за ней прятаться? Тоже верно. Хм, задумался, да? Вопрос неуместен, вздох. Фурии, почему вы так уверены, что жизнь была бы лучше, когда миром правил Прометей? Вас тогда еще и на свете-то не было. Вы ничего о нем не знаете. Не знаем, но мы знаем, что после того, как его не стало, жизнь ухудшилась. Теперь весь мир лежит в руинах, и он нужен нам. Умоляю, Прометей не был хорошим лидером. Его смерть и последовавшая резня были неизбежны. Он правил только потому, что он захватил трон Титана Кроноса. Кроноса? Отца Титанов? А мне казалось, это все выдумки. Как вам, людям, вообще удается выживать, имея такую короткую память? Кронос существовал и был очень опасен. Со временем ему все надоело, и он уже было решил уничтожить весь мир. Меня, вас, эту вашу странную кошку, и даже титаны не могли его остановить. И к чему ты нам вообще-то все рассказываешь? Но Прометей был умен. Он видел в человечестве потенциал. Он даровал людям запретное знание, и вы использовали его, чтобы помочь нам сбросить с трона собственного отца. План сработал, и Прометей стал новым правителем, но он не предусмотрел последствий своих действий. Какие последствия? Последствия вроде вас. Мы дали в руки детям силу, которая может низвергать богов. Мы не могли просто предоставить вас самим себе. Поэтому Прометей создал Титаниду по имени Стикс. Она правила миром мертвых и наказывала тех, кто отнимал что-то у других. Но и этого оказалось мало, чтобы угомонить ваши жадные щупальца. Тогда-то я и понял, что вы можете напасть на собрата человека лишь потому, что вы не считаете его себе ровней. Но все различия исчезнут, если будет одно общество, один народ. Хм. Мое правление принесет мир, Фурии. Вы приступили к черту, когда уничтожили алмаз. Возрождение Вавилона не остановить. Бззт. Эрин, Лелантос говорил правду?
Про историю понятия не имею. Он ведь говорит о тысячелетней истории, а почти все сведения были утеряны во время войны. А я лично не помню даже, что я ела на обед. Что ж, посмотрим, что ты сможешь нарыть. Его история кажется странной. Замечательно. И что же у нас тут получается? Так, новинка. Да-да-да, ребята, давайте-ка мы с вами... Нет, подожди. У нас с вами сколько денег? 7 тысяч, ну почти 8 тысяч золотых. Так, давайте, наверное, мы с вами... Что нам пригодится? Блин, пригодится это или нет? Пируэт. Удлиняет вращение. Ну, надеюсь, что мы это сделали не зря. Так, 4 тысячи. Давайте тогда еще и сделаем вот так вот. Объем легких. Новый уровень, отлично. Увеличивает силу и зону крика. Хотя мы не особо кричим, но тем не менее. Так, а здесь у нас что за новинка? Ай, блин, молот же, елки-палки, 2000. У меня не хватает денег, ребят. Короче, здесь пока нам больше нечего делать. И давайте, наверное, с вами перемещаться на карту. Нас ждут великие дела и новые миссии. Так, куда мы с вами сейчас пойдем? Кристалл мы уничтожили. О, туман рассеялся, и у нас что-то открылось новенькое. Как нам сюда попасть? Так, и здесь что-то новенькое. Пещера гения. Хм. Ну, давайте посмотрим, что это за пещерка такая. Смотрите, статуи стоят. В общем, все дела. Опачки. Так, идет изобретение. Прочь. А здесь что? Так, подожди. То же самое написано. Ха. А для чего, интересно, это все у нас тут? Какое изобретение и где оно вообще идет? Прочь, главное, да? Прогоняет нас. Ну-ка, сюда нельзя спуститься, ребята. Ладно, я думаю, что сейчас будет какая-нибудь заварушка. Слышь, Боб, это ты? Иди сюда, мужик, я покажу тебе свое новое открытие. Бесконечный мешок пиявок. Эй, да это не Боб. Вы те цыпочки, которые гоняются за мной всю игру. Хотите посмотреть на мое открытие? Ёлки-палки, ну только тебя не хватало здесь. Опять он со своими пиявками. Ясно. Бомбардир. Так, кстати, это у нас не Боб, и я смотрю, это боссик у нас. Ладно, будем его разбирать потихоньку. Пиявки. Ох, тихо-тихо-тихо, не надо буянить. Так, у него поменялась защита, ребята. Давайте его по-быстренькому расколбасим. Ой, тем более, я смотрю, он такой ватный достаточно. По идее, должны быстренько его сейчас раскумарить. Только единственное, что он очень быстро меняет ауру себе. Красную, синюю, красную, синюю. Я не успеваю, ребят, даже переключаться, если честно. Да иди сюда ты, охламонище несчастное, а. Давай, давай, давай. Так, погоди, блин, да что ж такое-то. Еще эти пиявки до меня докопались. Причем их достаточно много. Не дают даже подойти к нему. Черт бы его побрал. Смотри, что творит. Я надеюсь, только один он будет здесь. Никого больше призывать не собирается. Да что ж такое-то, смотри. Все очень быстро делает, он меняет себе ауру. Нет, смотрите, второй бомбардир пришел. Ну это так себе, ложок. Слушайте, а может быть я ошибался, он еще одного призвал сюда. Давай-ка вот так попробуем. Отлично, получилось, все нормуль. Ё-моё, они меня просто закидывают, закидывают своими бомбами. Слушайте, как можно быстрее нужно уничтожить этого не Боба, чтобы все это закончилось у нас. Весь этот бардак. Я офигею, просто некуда даже шагнуть, все оккупировали здесь. Так иди сюда, хламон, а. Кувырки он там свои делает, а. Давай, давай, давай. Блин, красный, сейчас будем подходить к нему, он станет синим, как всегда. Ну-ка, блин, вы смотрите, я только переключаюсь на Алекса, он сразу же меняет себе эту ауру. Гаденыш, все просчитал. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай, ребятушки. Еще удар, я думаю, ему и все, он готов. Вот так вот, отлично, допрыгался. Ух. Чувак. И я этих пиявок целую вечность собирал. Так ты же сказал, что у тебя мешок бесконечных пиявок. Какая тебе разница? Ну что же, ребята, сундук мы с вами получаем. Так, тут, наверное, деньги. А, нет, смотрите-ка. Бомбовоз. У бомб нет друзей. Вот здесь я с тобой соглашусь. И миссия выполнена. Ну что, довольно коротенькая, но в то же время сложноватая была.
Все заключалось только в том, что он постоянно делал кувырки и закидывал нас бомбами. А денег у меня... Нет, подождите, ребята. Хватает, отлично, давайте-ка посмотрим. Так, новый молот для больших замахов. Ну что ж, я, наверное, его оставлю, посмотрим, как он проявит себя в деле. Ага, вот, смотрите. Такой замашистый достаточно. Ладно, пойдемте дальше с вами на карту, и у нас тут... Дальше-то откроется что-нибудь? Нет, ребят, только вниз нужно идти. Тут у нас, походу, сюжетка должна быть, я так понимаю. Ответные меры. Вот так называется миссия. Угу. Хорошо, давайте смотреть, что здесь за ответные меры. Хотя меня уже, честно говоря... Кия! Сделаем это Фурии! Давайте драться! Я даже позволю себя ударить. Я покажу вам. Я знаю, что такое честь. Это же эти у нас гладиаторы, которые с ответками. С контрударами. Поэтому отбегаем. Не успели. В принципе, их легко валить, если по ним ударить, вот так отбежать. Успеть, главное, отбежать, чтобы они тебя не достали. И все это действие делается, ребят, когда они встают в щит. Так, а вот так они, в принципе, вообще вата. Ну, что вам сказать про удар вот этот новенький молотом? Он довольно сильный. Единственный недостаток, что он один. Один взмах, один удар. Все, у него нет серии ударов. Ёлки-палки, сколько... И еще и псы. Ну да, вот мы и приехали. Так, давайте тогда будем разбирать сейчас трис пока. Раз у них тут синие щиты. Так, волчара готов. Нормуль. Вот у нас еще один гладиатор здесь. Готов тоже. Так, ну все, пора переключаться на Алекс, потому что они все... А нет. В принципе, еще один есть в синюхе. Да что ж такое, ты смотри. Что происходит? По-моему, они мне сейчас здесь и положат. Так, давай, Алекс. Вся надежда сейчас на тебя, потому что это единственная аура, которую они сейчас носят. Пса мы пока трогать не будем. Вот. Ох, ё-моё, а я хотел уже сказать, что вот возле стеночки они как раз хорошо будут разбираться. Но вырвались. Так, давай-давай-давай. Отличненько. Правда, я не попал, но всё-таки. Давай-давай, пса вот этого сейчас колбаснём. Да ладно тебе. Чёрт бы вас побрал, а. Ну, вставай, вставай, Трис. Отлично, мы ее воскресили. Гладиатор, да ты посмотри, они просто зажимаются со всех сторон. Я и работаю только на то, чтобы воскрешать друг друга. Но если Трис еще может под щит встать, то Алекс, к сожалению, вообще безоружная. Нет у нее такого укрытия, защиты и так далее. Давай-ка вот этого вот, наверное, прижучим сейчас волчару здесь. Нормуль, получилось все хорошо. Два гладиатора. Ах, все равно, вот он едет и достает меня, пробивает, где бы я ни стоял. Ха-ха-ха. Ну-ка, еще минус один. И последний у нас остался. Готов. Ну что же, довольно-таки серьезные схватки у нас пошли в последнее время. Надо держаться, ребята, надо держаться. Фурии, на каждое действие найдется равное противодействие. Вы думаете, что, уничтожив алмазную стену, вы сделали меня более уязвимым? Что ж, вы тоже стали уязвимее. Да неужели? Посмотрите, что может сделать настоящий снайпер. Неужели сейчас он выйдет, а? Ладно, плевать. Пойдемте дальше. Ёлки-палки, ребят, на самом деле не все так просто. Шмаляет без остановки, причем именно в нас целясь. Ладно, попробуем. Попробуем его так пройти. Получится на этот раз, не получится, не знаю. Хорошо, по крайней мере, что есть время для того, чтобы я смог отойти. Вот эти бомбы мне не нравятся. Сейчас они бомбанут. Причем радиус у них поражения довольно большой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. О чем я вам говорил, ребята. Так, ну от этих просто стоит вот здесь вот постоять. Пускай они вот там стоят, возле стеночки с левой стороны, а мы здесь с вами переждем. Пускай там взрываются нафиг. Так, гладиаторы пришли. Угу. Плюс турель. Все, сейчас будет здесь заваруха, ребята. Причем довольно жесткая.
Мало того, что мы должны подбить вот этих всех гадов, которые здесь бегают, так еще Лилантос по нам строчит постоянно. Нас это сильно будет нервировать. Так, готовы. Так, тихо-тихо-тихо. Щит, слава богу, нас пока сдерживает. Даже от выстрела Лилантоса. Но довольно быстро разбирает его, если попадает по нам. Так, турель. Пошла отсюда. Разлеталась здесь. А, я думал добил. Нет, не получилось. Все, последний удар ей. Так, продвигаемся с вами далее. Но на этом, ребята, не заканчивается у нас возня. Он так и будет всю дорогу по нам строчить. Так, сундучок. Давайте-ка посмотрим. А, деньги здесь только. Ладно. И здесь деньжата. Ну, как вы знаете, деньжата — это хорошо. Преграда, надо бить ее. Так, хорошо, здесь пробили. Вот, кстати, не понимаю я, как срабатывает спешка. Точнее, понимаю, что нужно в определенный момент нажать на кнопочку U, и у нас как бы все сработает. Но что она конкретно дает, я так и не понял. Ай-яй-яй! Нормально получилось. О, вот эта бомба здесь нафиг не нужна, ребята. Давай, уничтожайся. Кстати, вот эти вот маги, которые вешают на тебя тишину, тоже очень плохие. Так. Ну, я даже не знаю, может быть, переключиться на Трис, потому что здесь уже пошла синяя аура. Как говорится, Алекс у меня здесь будет бесполезен. Так-так-так-так-так, тихо-тихо, давай. И эта бомба стоит. Ё-моё, надо... Оу, щит, одна взорвалась. Вы видели, да? Мало того, что у него радиус поражения обалденный, так еще и наносит офигенный дамаг. Да ёб красоты, вот он достанет этот снайпер чертов, который стреляет, Лилантос. Я даже представляю, как он будет выглядеть уже на последней фазе, когда мы к нему придем и будем с ним драться. Так, ну что же, Алекс у нас воскресилась, это хорошо. Пошли дальше. Эх, бескрайние пустыни. А тут-то что такое будет? Опять он стреляет по нам. Почему я не могу застрелить вас, солдаты, и схватить фурии? Вы слышали владыку Лилантоса? Остановите этих фурий, не дайте ему лизнуть. Из-за них наш владыка выглядит идиотом. Идиотом! Эй, заткнись! Ладно, погнали. Черт, ребят, но опять же, не все так просто. Сейчас мы все это дело с вами прошуршим. Опять же, по-быстренькому. Как видите, здесь у нас бомбардиры. Немые, как говорится, эти наводчики. И со всех сторон сейчас будет такое палево. Даже не знаю, так, в бочках у нас там аптечки. Так что пока мы с вами придержим их. Черт, возня сейчас будет еще та. Главное все делать аккуратненько. Так, иди сюда. Видите, тоже меняют, ребята, они себе ауру, причем довольно быстро. Везде мины, бомбы, обстрел, плюс еще Лилантос по нам строчит. Достаточно сложно все это сделать. Контролировать нужно практически каждый свой шаг. Так, иди сюда, чупышила. Ага, черт, а он поменял себе ауру в последние секунды. И причем здесь у нас, ребята, это как босс получается, ловушники. Будем опять же добиваться того, чтобы понизить им полностью все хп. Ядрёна вошь. Просто ничего не дают сделать, а? Супостаты. Хорошо, что здесь можно хотя бы спрятаться вот за эти перегородки, ребята. Есть небольшой шанс выжить. А так было бы еще сложнее, если бы все это было в чистом поле. Так. Давай-давай-давай-давай, попробуем. Нет. Почему у меня так быстро заканчивается, интересно, вертушка моя, а? Я ее прокачивал, видите ли, прокачивал, а он всего лишь 3 секунды покрутился, и все, и на этом. Где справедливость? Нет ее здесь. К этой игре вообще все без справедливости отнесено. Так, подожди, подожди, ребята. Так-так-так-так. Ну-ка, иди сюда, хламон. Мне надо тебя добить. Нормуль, получилось все. Кто там у нас еще? Блин, бомбардир за бомбардиром идет. Причем один краше другого. Так, аптечка там выпала. Черт, черт, черт. Под... А, задел все-таки.
Так, у нас здесь еще и мексиканец появился. Блин, его только не хватало. Будет нервировать лишний раз. Давайте попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично, успели. Знаете, чего еще сюда для полного, как говорится, для полной сложности надо поставить? Обычных мелких снайперов. И все. И будет просто невыносимо. Я ни хрена не вижу, что тут происходит. Ребята, со всех сторон эти бомбежки летят, всякая фигня, блин. И надо успевать смотреть, какая у кого аура, чтобы их убивать. Так, ладно, Алекс, вставай. Блин, мне бы аптечку, конечно, взять не помешало бы. Нет, не успел, ребятушки, не успел. Так, Трис, естественно, встает в щит у нас и резает Алекс. Потому что без Алекса нам здесь делать нечего. Ну, так, готов этот хламон. Осталось два мексиканца и псы появились у нас. Чертовы бомбы везде стоят. Причем они не сразу взрываются, а через определенное количество времени. Так что если мы наступим в этот момент, конечно же, получим урон. Ай, смотри, псы догоняют меня, гады. Ага. Да ладно тебе, Трис, ну что ты? Как ты вот все это вовремя делаешь, я прям не могу. Отлично, успели все-таки рисануть. Звездец, я вам скажу, полнейший здесь начался. Я не успею рисануться, как они меня валят. Вот эти вот псы достали, если честно, по большому счету. Они меня преследуют, видите, прыгают. Их надо сейчас добить. Так. Пока под щитом. Есть, нет, подождите, ребята. Да давай ты, ё-моё. Оу, щита совсем мало осталось. Сейчас заколбасят. Сейчас, наверное, ребятушки заколбасят. А, вот, все. Под аптечкой мы еще поживем маленько. Блин, Трис, ну почему у тебя нету какого-то... Блин, зря я, наверное, взял, ребята, удар вот этот вот. Крик. Оглушение. Мне кажется, сюда нужно брать или отталкивающее, или который пули отражает. Потому что вот этот стан, он в данный момент здесь просто не актуален для нас. Фух. Ну что, я так понимаю, вот это последние враги у нас остались. Судя по ХП. Ну-ка, иди сюда, мексикашка, чертов. Так. Увернулись. Блин, только хотел добить, а его. И не вышло. Но щит не пробиваем пока. Кстати, можно будет и щит даже взять, который, знаете, ребята, у нас на 700 там с лишним защиты. Но он одноразовый. Но зато есть одно преимущество. Когда Трис погибает и мы ее резаем, щит у нее восстанавливается опять в полной мере. Так что надо это запомнить. Ну что, последний мексикашка здесь остался. Мы его добиваем, естественно. Ага. Раскрутился. Ну давай. Все. Получи. Так, хорошо, ребятушки. Прошли наконец-то. Ух, что такое, Леонтус? Вам повезло, что первые мои 154 выстрела были предупредительными. В следующий раз я не буду таким добреньким. Да что ты говоришь-то, ё-моё. Добреньким он не будет. Я тут как белка в колесе бегал по всей карте. А он, видите ли, просто-напросто холостыми стрелял. Ух ты, громовик. Быстрее и удобней. Хм. Это новая броня у нас какая-то. Надеюсь, мы начинаем с вами с базы. Я хочу посмотреть, что это вообще за бронька. Ну и, естественно, надеть Алексу. Но для начала нам нужно открыть, естественно, этот рецепт. А вот она. Дольше действует изнурение. Изнурение. Так, а это... Слушайте, я не помню, что такое изнурение и от чего у нас происходит оно. Но в любом случае мы, наверное, ее оставим себе. Посмотрим, стоит ли носить ее, не стоит. Хотя у нас тут еще, ребята, двое сапог. Блин, еще дофига чего не открыто. Эх, так, и... Да, денег у нас достаточно. Можем немножко здесь себе позволить что-то приобрести. У Трис есть шанс пережить смертельные удары. Это хорошо, сила воли. То есть она может не погибнуть, а остаться в живых, да? Если по ней попадут. Удлиняет рывок. Слушайте, довольно неплохо, но я думаю, что мы, наверное, с вами сделаем... Повышает
Подождите, мне нужно что-то такое хорошее. Давайте, может быть, хпшки у Алекса повысим. Потому что уж больно их мало как-то. Причем она у нас идет как основной боец для того, чтобы резать нашу Трис. Это на крайний случай. Так, ребят, давайте отправляемся с вами на карту. Посмотрим сейчас, что у нас здесь будет новенькое. Ну, я думаю, что будет просто жесть какая-то. Туман рассеивается, точнее, пыль. И у нас храм солнца. Храм солнца. Дамы, приготовьтесь. Нам придется пройти через храм солнца, чтобы не попасть под снайперский огонь Лилантоса. Он построен, чтобы концентрировать тепло, поэтому чем ближе мы опускаемся, тем жарче становится. Даже так? Я вот нифига не вижу, где я там иду. А, ну тут просто так, да? Ладно. Оу, да ладно, вы издеваетесь, что ли? Оу, о боги, о боги. Оу, жарко, жарко, жарко. Мэг уже потекла, елки-палки. Что тут у нас еще? Турели. Так, ладно, здесь мы пробьем. В принципе, это ерунда. Но мне как-то не особо нравится, что вот так вот мы с вами идем. Все это плывет. Просто пробегаем здесь. Ага, здесь нужно пробежать и сразу же влево повернуть. Тихо. Давай, 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 давай. Да что ты, блин, Алекс. Я офигею с тебя, блин. Давай пробивай уже, блин, защиту эту. Там, кстати, бочки у нас стоят. Вот так вот. Черт подери. Ну еще этого не хватало, блин. Так, нужно прятаться за перегородочки, вот за эти, ребят. Ага. Так, пока все хорошо. Так, и здесь вот сюда. И нужно успеть вниз повернуть. Слушайте, я хотел бы бочки эти забрать. Не оставлять же добро здесь. Так, аптечку получили. Так, продвигаемся с вами далее. И еще одна защита. Так, а здесь турели у нас, смотрите, как стреляет. Одна верхняя, другая нижняя. Короче, Оу. Так, 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 давай, давай. Ой, черт подери. Все, ребята, сбился. А зачем же эти перегородки сделаны, если они их простреливают? Странно. Так, я не понял. Погоди-ка, что за фигня? Тут тупик. Ведь тупик же, да? А что делать-то надо? Не понял я. Обратно, что ли, идти? Да это фигня какая-то. Да. Фига меня тут расписали, ребятушки. Нет, мы отсюда уже не выйдем. Смотрите, кошара мне показывает, что нужно идти именно в правом направлении. Ну там же вроде тупик, я что-то не понял. Так, хорошо, давайте-ка попробуем переиграть. Или я чего-то там не заметил, не доглядел. Так, бочки, естественно, мы бомбим. Ну, здесь я уже, по крайней мере, понял, что надо делать. Здесь мы просто идем по прямой. Просто надо уворачиваться от этих вот патронов. Так, здесь мы тоже должны пробежать. Так, 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 отлично. Сейчас бочонки эти разбиваем. Слушайте, а тут никуда больше нам и некуда идти, ребята. Только именно вот в этом направлении, куда мы с вами и двигаемся. Может быть, надо было перепрыгнуть? Кстати, да, как вариант. У нас же Алекс прыгает. А я этого не делал. Ну, давай, стреляй уже. Так, бочки, бочки мои. Слушайте, а здесь вот никак? Нет, по-моему, здесь тупик. Хорошо. Тогда идем дальше. В общем, здесь... какой-то секретик непонятный мне. Так, побежали, ребята. Блин, да что ж такое-то? Как вот это вот искажение идет, я офигею. Оно очень сильно отвлекает. Так, кошара, мне показывает, идти надо сюда. Нет, мы не перепрыгиваем. Что ж делать-то? Ё-моё. Блин. Ага. Там можно было пройти, ребята, но так сделано из-за этого искажения, что...
Даже непонятно, что там есть проходик. Да, хитро, однако. Ну, и что дальше? Прошли. По-моему, становится только хуже. Точно. Не я. Время и пространство тают. Я уже это заметил, ё-моё. Так, бочки мои. Слушайте, как все-таки тяжело вот так вот. Да ладно, еще и драться. Блин, я даже не могу понять, куда мне нужно примерно спуститься, чтобы по нему ударить. Все так искажено. Ну-ка, дайте ко мне. Ёлки-палки, вот этого хотя бы добить. Ага, один готов. Второй тоже. Слушайте, но не хватало вот таких еще заварушек, когда вот так вот все перед тобой. Опа, снайпер. Даже два. Так, ну-ка иди сюда, хламон. И я тебя подметил. Так, нужен еще один. Где он ныкается, гад? Так, не здесь. Опа, попал. Пора сдохнуть тебе, мразь мелкая. Блин, миксикашка теперь прибыл. Второй. Ну ладно, если их так будет маленько, то мы еще справимся. А если здесь будет такая же заваруха, как они обычно это делают, плюс при таком искажении это будет жесть. Что я там получил? Короче, повысил себе навык. Как червяк, елки-палки. По-моему, еще хуже, да? Или мне кажется? Так, тут надо просто пробежать, ребят. Ага. Так, замечательно. Ах ты, вот оно как. Ладно, не беда. Слушайте, надо наверх, по-быстренькому и направо. Опа, получилось. А здесь-то что? Ага, здесь есть перегородки, за которые мы можем прятаться. Черт подери, как сложно-то, а? Черт, у меня аж глаза уже на лоб вылезли. Всматриваются в это, во все. Неужели все, ребята, а? Фух, отлично. Да вы что, издеваетесь, что ли, ё-моё? Гия, я превращаюсь в червя, в жопу червя. Да это вообще жесть. Фурии, по приказу Лилантоса, вы не выйдете из храма живыми. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Да ну нафиг. Как мне вот здесь драться сейчас? А, проклятие, тут слишком жарко, чтобы драться. Ух ты, ё-моё, я уж думал, сейчас звездец тут будет. Вы посмотрите. Как этот... О, достал я все-таки. Ложный анкил. Это подделка, которую никто не отличит от оригинала. Нам дали какой-то новый, ребята, щит. И, наконец-то, у нас пройдена эта миссия. Ух, да. Довольно тяжело, но в то же время, ребята, если честно, прикольно было вот это вот искажение. Так, обязательно надо посмотреть на Unkill, этот новый щит. Чего? Пост фальшивый титан. Хм. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях и продолжим играть в этих замечательных фурий. Надеюсь, нам повезет, мы достигнем Лилантоса, накажем его, но там еще будет очень много приключений нас ждать, так что не будем расслабляться. Ну, а на этом все. Всем пока, удачи вам, ребята, и до новых свежих видосиков. Так что, чао!